А чё Джонни Джойстик, чё за тамбов пиздел? Слушай, это был стрим какой-то, и мой знакомый отправлял ему трек, который я сводил. И у знакомого там была строчка типа... Бля, как же там было-то? Чё-то ща на студийке в Тамбове, им звукарь в натуре, профи. У 33-го Блэка такое было. И Джонни такой, ха-ха-ха, типа... В Тамбове, типа, мне кажется, в Тамбове не может быть, типа, профи звукарей. И потом в конце он говорит, ну, микс хуйня, бро, я думаю, твоя проблема, типа, в том, что, типа, ты в Тамбове, типа, тебе пора выбираться и все такое. Это было еще, когда меня вообще никто не знал, и когда я даже как микс-инженер был не очень известный, как бы вообще. А потом все сильно изменилось, и я на секундочку до сих пор живу в Тамбове. Так что Джонни Джойстик сосет мой хуй. Дела неплохо.